Значит, надо если бы вы знали, что в жизни не хватает вибраций. Сейчас она у тебя будет полная. Да, я знаю. Я это не испытала. Ну, вот что-то по полной программе там решили, да? А? Прямо по полной программе решили, да? Да. Короче, взяли палочки, короче. Отлично. Короче. Пойдем. Мягче. На стопах. Стопы. Пошли на стопы. Отлично. Перелицы. Я перелицы. Хорошо. Поднимайтесь на икры. Как мне не хватало, чтобы меня побили? Да, это будет именно так. Поставили руки, сделали короче палочку. Чтобы они были жестче. Это будущая техника бамбукового массажа. Здесь. Когда у нас будет по 4, это будет стоить. Вот видите, какое тело надо брать на проработку. Когда всем здесь место, пускаемся ниже, ниже руку. Для всех хватит места, да? Расслабили ноги. И все в это время обучают. Это здорово. А теперь медленно, потихонечку. Раз. Заканчивающие. Спускаемся. И каждого по 5 минут реабилитируем после прекрасного обучения сегодняшнего. То есть каждый ложится, кроме меня. А почему это промывается? Потому что. И я управляю процессом. Это моя история. Давайте по стопам еще. Давайте. По стопам. Нет, смотри. Нормально. А теперь пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Лев шадок. Становись на эту сторону. Там-пам-пам-пам. Та-т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 а. Все. Та-та-та было. Та-та-та-та. Мы с тобой. Пам-пам-пам-пам. Раз. Там-пам-пам-пам-пам. Согревается. Стопы согреваются хорошо. Конечно, согревается. Ну, может, ему не хватает, потому что было не будет делать. Просто поставила лучше. Дальше. Ух ты! Отлично, медленно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Возьми, Таня. Возьми. Таня, Таня. Пошли.
чувства это почувствовали. Вот после этого он может уже нормально встать. Но мы его аккуратно поднимем. Да, аккуратно. Давайте его поваляем, валяние, расшатаем его и скажем: мастер, просыпайся. Вот. Теперь повернем его на бочок. Или поставим на колени. На колени, давай. Как будет лучше. На колени. А голову куда идем? Нет, вставай. На колени. Поднимай. Не поднимай голову. Голову. На коленке становись. И сюда сразу. Подходи коленками. Подходи коленками. Подходи еще, еще, еще. Умничка. Присаживайся. Держите там кушетку. Кушетку там. Давай. Растягиваем его. Вот. Вот. Остаточку. Вот, отлично, отлично. О, отлично. О, молодец. О, шатко власть, неважно. Теперь на руки встает наш учитель. Приподнимается на руках. Отодвигается и опускает таз. Руки и ноги пропускает. Да, опускается на таз. Вот. Теперь держим его здесь. И пошли. Тихонечко, тихонечко, не спите. Легко. Вот. Теперь поворачиваем к себе. Я к себе. О, чувствуешь? Теперь ты сюда вот тут. Упирайся. И вот молодец. Тебе надо пойти на тайский массаж. У тебя хорошо получится, потому что у тебя есть крепость, у тебя есть твердость, приземистость, да? Чувствуется? Вот, наш мастер. О. Давайте его приподнимем. Так, держите в кушетку. Выключать. Да, пусть будет, надо правильно завершать каждый. Каждый прием массажиста должен быть по левому каналу. Понимаете, такое тело можно и 10 ром массировать. Поверьте, это наши богатыри. Да, скажи. Ух. Да. Класс. Так что 4 руки, 4 ноги и все остальное, и 6 приветствуется. Скажи, что было много. Ничего не было много? Не, было мало. Мало? Отлично. Теперь самое главное, после такого мягко вставать, а то можно самому себе еще... Нет, ничего не сместится. Все уже сократилось. Все уже встало на место. Танюш, ложись. Ты у нас как мастер. А я что? Ложись. Я уже была. Давай, 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 ложись. Мы тебя быстренько сделаем бамбуками. Да потом сделайте, у нас же перекур должен быть. Давай сюда перекурим, а то время у него вырвалось. 2 секунды. Девочки, закрепляем, ребята. Держи камеру. Да. Олег, можешь присаживаться. Где ваши палочки? Давайте, ложим.